И всем привет, с вами Ростиксон. Я прилетел на отдыхе, сейчас нахожусь. Сейчас расскажу вообще, что я делаю, как я отдыхаю, и что я буду делать за 25 дней, которые мне осталось отдохнуть. А, и мое приветствие, я забыл. Всем привет, с вами Ростиксон Нищий. Всем нищукам и богачам привет. Так вот, с завтрашнего дня я встаю в 8 утра и планирую пробежаться. То есть я пробегаюсь до ресторана, завтракаю там, иду обратно, потом иду плаваю, потом иду домой, работаю чуть-чуть, час-два, чем я буду заниматься, скажу позже, это час-два работаю, да, и иду опять есть, и вечером я либо где-то прогуливаюсь тут рядом, там хожу на турники, ну это, да, или еду на горячие источники. Вот, какой-то вот такой план. Я сейчас нахожусь в Кыргызстане, в Чолпан-Ате. Мне тут все нравится. Не так уж дорого. Не знаю, фон... Камеру? Может, мне нужно снимать с телефона? Я не знаю. Там будет вроде качество получше. Напишите в комментариях, как, кстати, вам фон? Вообще, как меня слышно? Вот. Сейчас я снимаю. У меня 19.08. В 20.00 я еду на горячие источники. Вот. Такое настроение. Что вообще по плану? Я рассказал, как будут проходить примерно мои дни. И что я хочу делать за вот эти час-два. Это я хочу активно дальше вести свой YouTube-канал, вот, который, наверное, вы смотрите. Поэтому идем дальше. И я хочу делать Farcaster Lens. То есть я бы мог еще какие-то темки делать, но они требовали бы какого-то активного участия. Притом, знаете, такого напряжного, поняли, участия. А тот же Farcaster собрали там больше 30 лямов, там всего лишь 120 тысяч активных адресов. Много моих друзей мультят Farcaster, и у меня знакомый, у него больше 50 аков Farcaster. Так мало кто делает. Farcaster может раздать, поэтому у меня пока еще 2 ака Farcaster. Вообще, я скажу так, я постараюсь сделать, чтобы там было больше аккаунтов у меня. Не знаю, получится ли, ну... Они там стоят 5 баксов. Вы что, угораете? Вы что, угораете? Ну, это просто для нищих активность. Поэтому ссылочка на Warpcaster будет в описании. Можете купить себе за 5 баксов, ну и получить ретродроп. Я там каждый день что-то записываю. Ну, как будто это личный дневник. То есть, ну, на пофигу. Lens. Lens Stani, это круто. Стани запускал Эйв, раздавал там миллионы долларов, да, там, за дискорды. И у меня пока что только 6 аккаунтов в Лэнсе, они условно прокачаны. Но как будто бы можно подумать над тем, чтобы увеличить ферму Лэнсов. То есть, знаете, заниматься вот такими простенькими делами, когда ты просто постишь что-то типа Warcaster Лэнса и вообще не напрягаешься. Такс, идем дальше. Что у нас еще можно поделать? Ну, у меня есть из такого, что вот я вспоминаю в голове. Что бы я мог такого поделать? Наверное, это... Ютубчик как раз-таки. Сейчас прочитаю, какие у меня темы, чтобы вы понимали. У меня туду лист. Опа. Вы мои обои видели. У меня в туду листе написаны все мои задачи. Это... про бэкпак видос сделать. Как купить эфириум, как купить биткоин. Вы серьезно? OKX уроки, Bybit уроки, Binance серия уроков интервью, озвучить старые интервью, брат. Не забывай ТГ рекламить. О, забыл, пацаны. У меня есть мой телеграм-канал, где я вкидываю какие-то свои мысли, вообще все, что у меня происходит в жизни, фотки. В общем, там довольно вайбово. Там же можно со мной связаться, какие-то мне вопросы задать. Почему закрытое будущее? И сделать видео про фьючерсы. Ну, в целом, вайп имеется. Может, мне протереть камеру? Ну-ка, а прикол, если зум прямо сейчас? Или это не норма? Ладно, было все нормально, я начал трогать. Это просто лучший враг хорошего, по-моему. Вот. Напишите вообще, что вы делаете в крипте. Кстати, L0 скоро раздаст. Ну, кому-то. Я туда немножко потратил денег, да? Было бы славно. Было бы славно, если раздадут. Ну, не раздадут, ладно. Как бы...
У вас вообще как настроение? Кто где, откуда? Я думаю, сейчас можно рассказать пару историй после этого видоса. Я расскажу, наверное, пару историй своей жизни. И пойду уже готовиться к горячим источникам. Я не знаю, вам показать, что мне тут в округе. Давайте покажу. Такс. Вот там штучка, на которой я катаюсь. Это... Ну, качель. Вот это поле за мной такое. И тут всякие... Ну, тут красиво, в общем. Ладно, пацаны. Всем пока. Подписывайтесь на этот канал, если вам нравится, что здесь происходит. Только в таком случае. А вы прикляете? Зачем я убрал с хорошего места? Надо оставить, наверное? Ну как, ну... Ну все, это можно не смотреть. Поставьте слово «Бобус», кто досмотрел до конца.